Всем привет, мастерская салон компании. Я Вячеслав, приветствую вас. Ну, как вы поняли, у нас сегодня пчаки. Пчаки СХ-12МФ. Их всегда не хватает. Вот мы изготовили 8 штук. 5 вы видели здесь и 3 сейчас на заточке. Ну, я их тоже покажу. Сначала вопрос по бусине на нож на рыбалке. Бусина, ну вот мастер-модель, готова. На сложное для литья, там литейщики сейчас думают как, но сегодня еще раз поеду, будем решать, как делать резинку, форму и отливать. Такой вот у нас налимчик. Так что все работает, но не все так быстро. Извиняюсь. Всем, кто делал предзаказ, там 25 ножей, когда бусина будет готова, всем отправим 25 бусин по предзаказам. Они будут бесплатны. То есть всем отправим, но извиняюсь. Не все так быстро, как хотелось бы. Хотелось бы, конечно, все побыстрее, но не все быстро так идет. Поэтому так вот. Так, давайте сначала те, которые на заточке, пчаки, покажу. Алексей вчера прислал мне. Вот. Те, которые на заточке. 3 пчака. Сейчас я ролик покажу. Ай. Вот первый пчак на заточке. Второй пчак на заточке. И третий пчак. Эти 3 пчака сейчас на заточке. Их первые сделали. Я вчера увез их на заточку. Эти еще были не готовы. Поэтому, чтобы времени терять, увезли на заточку их. Вот. Ну, а те, которые у нас здесь есть, к ним пчака еще не заточены, как вы понимаете, эти там 3 будут заточены. Ножны тоже не готовы еще, но сегодня повезу делать ножны. То есть до Нового года вы их получите, если будет желание у вас. Вот первый пчак. Стабилизированный сувель березы Х12МФ. Сталь. Травление. Стабилизированный сувель березы. Длина клинков 131 мм, ширина 35 мм, толщина 1,8 мм и толщина режущей кромки 0,15. То есть резаки будут хорошие, удобные. У одного только пчака длина рукояти 140 мм, у остальных будет рукояти 126 мм. Так. Это первый с рукоятью 140 мм. Далее размеры все те же. Х12МФ. Здесь сейчас посмотрю, какое дерево. Тоже стабилизированный сувель березы. Такие вот пяточки у них. 131. Длина, ширина 35, толщина 1,8, то есть они тонкие, такие резаки будут хорошие. И 0,15 режущая кромка. 126 мм у остальных длина рукояти. Стоимость у нас по прайсу 8900 рублей и с новогодней скидкой 25% 6675 рублей.
Третий чак. Здесь тоже стабилизированный сувель березы. На них на всех стабилизированный сувель березы, только цвета разные. Стоимость со скидкой 6675 рублей любого из этих чаков. Так, четвертый чак. Ну, очень удобно в руке лежат, их сколько мы не делаем, сразу разбирает, поэтому вот сделали. Ну, для нас побольше, то есть не 3 штуки, не 5, а 8 штук изготовили. Для Нового года больше чаков СХ-12 МФ не предвидится. В работе нету. И пятый чак. И один нож модель S1 в наличии. Изготовили пока один. Сталь N690, клинотобуха шлифовка, зеркало, стабилизированный сувель березы. Так вот он переливается. Длина клинка 140 мм, ширина 31 мм, толщина 3,8 мм, 0,3 мм режущая кромка. Сталь N690, 62 единицы твердости, 129 мм длина рукояти. Модель S1, наш классический нож. Вы понимаете, это один из первых наших моделей, которые мы начали выпускать. Можно сказать, первое. Ну и на сегодня все. Если кого-то заинтересовало наше предложение, пишите или звоните Ивану, бронируйте, оплачивайте, и ножны изготавливаем, затачиваем, и до Нового года вы получаете. Всем здоровья, всем хорошего настроения, мирного неба над головой. Приобретайте нашу продукцию, смотрите наши ролики. До новых встреч!